Вниманию абитуриентов! Образование в одном из лучших вузов мира, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав из России, блестящие карьерные перспективы. Филиал Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова в городе Ереване объявляет о приеме документов по программам бакалавриата на 2021-2022 учебный год. Обучение в бакалавриате проводится по 6 направлениям: международные отношения, юриспруденция, лингвистика, журналистика, экономика, прикладная математика и информатика. Продолжительность обучения в бакалавриате – 4 года. Форма обучения – очная. Условия обучения – на бюджетной и договорной основах. По окончании студентам вручается диплом бакалавра Московского государственного университета. Прием документов проводится дистанционно. Все подробности на сайте msu.am или по телефону +374 559 001 10.